Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу вам снять видео о том, как я оформляю данную свою работу в рамку с паспарту. Рамку я заказала в багетной мастерской вместе с паспарту, а оформлением буду заниматься дома, так как я не доверяю оформлению своих работ в багетных мастерских. Там мастера меняются очень-очень часто, и мне бы не хотелось, чтобы испортили мою работу или посадили ее на клей. Поэтому все я делаю сама. Это очень, в общем-то, для меня сейчас просто. Занимает минимум времени 15-20 минут, поэтому я могу себе это позволить. Зато потом не буду переживать за оформление. Вот такая вот рама. Я оформила бы раньше, но этого багета не было в наличии. Вот я оформляла, по-моему, поехала в марте или в апреле, не помню. И вот с этого момента я не захотела больше никакого оформления, искать другую раму, поэтому подождала, пока появится этот багет. Цвет. Тут есть и немного розового, и бежевый, и немножко фиолетового. Ну, как-то вот непонятный такой цвет. Багет. Здесь серебро. Сейчас все упаковано. Паспарту находится внутри. Стекло находится внутри. Антиблик. Сейчас я распакую раму. И приступим с вами к оформлению. Я вам покажу, что находится внутри. Я попросила, чтобы остатки окон, то есть паспарту, которое вырезали. Вот такое у меня паспарту двойное. Чтобы окна, которые вырезали, отдали мне обратно. В каждой багетной мастерской вам вернут их, если вы попросите. А если вы забываете, то никто вам их возвращать не будет. Я их беру на всякий случай. Вдруг мне пригодится, вдруг будет еще какая-то маленькая работа. И этот картон я могу использовать. Вот так вот в пленочке. Сейчас вам покажу. Стекло находится с двух сторон, оно в пленке. То есть я буду пленку снимать уже только тогда, когда оформлю всю работу. И тогда и вот задник, картонка, которой мы закроем нашу работу. Вот задник, на который мы будем степлером крепить нашу работу. Вот так вот. Степлером. Сверху будет паспарту. Работу нужно натянуть. Сейчас я вам покажу, как все это сделать. В принципе, мне не понадобится вот этот вот задник. Но если у вас ткань больше, или, например, вы не используете паспарту и будете ткань натягивать, так что ткань перейдет на эту сторону, тогда, естественно, вам нужно будет все это закрыть. И для этого вот такой вот второй задник используется. Сейчас я подготовлюсь к работе и продолжим. Продолжим. Что вам понадобится? Вам понадобятся ножницы. Вам понадобятся скобы. Ножницы для того, чтобы обрезать двухсторонний скотч. Можно любой толщины
Вот у меня есть тоненький, можно чуть потолще, там сантиметр полтора. Вот такие вот скобы, 4 миллиметра должна быть скоба, 4 миллиметра. Это минимальный размер, вот так вот они выглядят. У меня вот такие вот, это очень хорошие скобы Stanley фирма. Вот такой вот мебельный пистолет. И сейчас начнем с вами оформлять работу. Что вам скажу? Вам нужна будет подложка, если вы это будете делать на столе. Вот у меня такой небольшой кусочек пластика. И под пластик на стол я положила папку, в которой лежит бумага для акварели. Объясню вам, для чего это необходимо. Если вы видели мои ранние видео об оформлении, я вам говорила, что можно скобами пробить насквозь ДВП, и тогда вы повредите свою поверхность, на которой вы оформляете свою работу. И это будет не очень приятно. Но даже если у вас ничего этого нет, то есть нет пластика, то есть можно использовать самое-самое простое. Это махровое полотенце. Можете сложить его вдвое, постелить на стол и на нем бить скобы. Потому что все-таки есть возможность повредить поверхность стола, на котором вы будете оформлять свою работу. И сейчас начнем оформлять нашу работу. Вот так вот. Мы размещаем нашу работу по центру. И уже корректировать будем в зависимости от того, мы накладываем сверху паспорту и смотрим. То есть сначала у меня было, вот, например, если у вас так получается, что вот здесь видимость канвы, значит, поправляете канву. И еще раз прикладывайте паспорту до тех пор, пока, сейчас мы равняем все, пока у вас четко окошко не станет на вашу работу. Как видите, все, никакой канвы здесь не видно ни с каких сторон. Значит, мы можем приступать к оформлению. Я сейчас работу переверну, потому что мне так более удобно оформлять. Здесь можно сразу, в принципе, бить скобами. Можно, если у вас все-таки нет пистолета, можно обойтись просто вот таким двусторонним скотчем. Наклеить скотч, я вам сейчас покажу, как это сделать. Наклеиваем двусторонний скотч. Почему я не пользуюсь? Можно пользоваться только двусторонним скотчем, но есть такая вероятность того, что со временем ваша работа провиснет. То есть она не будет так сильно натянута, как вам бы этого хотелось. А мне, в общем-то, желания нет, даже если это будет через 5 лет, переоформлять свою работу. Поэтому я сразу делаю... Объясняю. Значит, сначала вы, даже если вы будете оформлять только на двусторонний скотч, клеите сначала только сверху, для того, чтобы вам было удобно потом... Если вдруг где-то будет какой-то перекос, то чтобы вы могли откорректировать положение своей работы. Когда вы наклеили, то есть, соответственно, вы будете делать натяжку. Даже если это будет на двусторонний скотч, то есть вы натягиваете вот так канву,
вот здесь вот клеите еще раз двухсторонний скотч по бокам и тогда уже натягивайте. Я буду делать все скобами. Еще раз мы проверим, прикладывая сверху паспорту, все ли у нас в порядке. Так. Вот что мы видим. Здесь слегка видно канва. Но это не страшно, потому что здесь я прибью скобы и уже нижнюю часть буду натягивать, и все выровняется. И вот у нас немножечко видно в этом углу канву. Здесь тоже не страшно. Мы сейчас все это натянем. Сейчас я прибью скобами. Здесь не имеет значения, где вы будете бить скобы, так как у вас все закрывается, вся эта часть закрывается паспорту. Поэтому можно бить скобы где угодно. В моих видео, где я показывала оформление работ без паспорту, я объясняла, что бить скобы нужно как можно ближе к краю, для того, чтобы перекрыть видимую часть. Вот в раме есть вот такая часть, которая закрывает вашу работу. И эта часть не больше 5 миллиметров обычно. Поэтому вы должны учитывать этот размер и бить скобы так, чтобы где-то вот приблизительно на таком вот расстоянии у вас были все скобы, для того, чтобы у вас не было на лицевой стороне, не дай бог, не выскочили скобочки. И еще раз скажу вам, что когда с паспорту мы делаем оформление, то скобы мы бьем на лицевой стороне, если без паспорту, то на изнанке. Сейчас я прибью скобами и вернусь к вам. Как видите, все, скобы есть. И сейчас я вам покажу два способа, как это сделать без степлера, только с двухсторонним скотчем, и как это сделать со степлером. Значит, продолжаем. Если у вас нет степлера, что мы делаем дальше? Мы берем двухсторонний скотч и... сейчас будем приклеивать низ своей работы. Всегда легче начинать сверху, натягивать потом вниз и уже в самом конце оформления натягивать в стороны, влево-вправо. Сейчас мы с вами приклеим слева и справа скотч. Раньше я оформляла работы лет так 8 назад только с помощью иголки и нитки, натягивала нитками. Ну, это жутко неудобно, долго. Все-таки даже если нет пистолета, то лучше это сделать двусторонним скотчем. Теперь мы можем снимать верхний слой и натягивать работу. Сейчас я сниму верхний слой скотча. И натягиваем нашу работу, применяя немножечко усилия, мы натягиваем ее вниз и приклеиваем на двусторонний скотч, растягиваем ее по углам. Вот так вот. Мы помним, что у нас один угол был немножечко виден, канва. И последние штрихи натягиваем
Я пользуюсь все равно, даже если я скобами работаю, то все равно двусторонний скотч я применяю для того, чтобы мне было легче сделать коррекцию натяжки. То есть, когда я приклеиваю на двусторонний скотч, потом в любой момент я могу его снять и что-либо переделать в натяжке. Если я уже прибиваю скобы, то переделать я уже, соответственно, ничего не могу. Мы натягиваем. Очень хорошо. Так, и проверяем. Прикладываем паспорту. И что мы видим? Мы видим вот здесь вот немножечко, если вам видно. Поднесу работу. Вот в уголочке немножечко просвечивается канва. Значит, нам нужно подтянуть нижний угол левый. Что мы сейчас и сделаем. Так, еще раз проверяем. Все, наша натяжка идеальна, как вы видите. И что мы делаем теперь? Если у вас нет пистолета, соответственно, мы упаковываем ее в раму, свою работу. Я же сейчас, чтобы не беспокоить вас громкими звуками, прибью снизу и вернусь к вам. Вот, как видите, натянула я свою работу сверху и снизу. Сейчас мы будем влево и вправо бить скобы. Но еще раз нужно удостовериться, что все в порядке. То есть мы прикладываем паспорту. И еще раз, в принципе, можно для уверенности берем раму. Вкладываем, чтобы удостовериться, что у нас все в порядке. Так. И смотрим. Вот теперь мы точно сможем увидеть, все ли у нас в порядке. Смотрите, снизу нигде канвы не видно. Сверху также, вправо-влево. Все великолепно. Значит, мы сделали все правильно, проверили себя и завершим процесс своей работы. Еще раз предварительно натянув, вот так вот. И бьем скобы. Точно так же аккуратненько мы подтягиваем канву. Вот так вот. Подтягиваем и подклеиваем ее на двухсторонний скотч. Еще раз проверяем. Все идеально. И бьем скобы. Закреплена, натянута. Остался нам последний штрих. Это наложить паспорту. Вам необходимо, если у вас стекло не запечатано, вам необходимо его идеально протереть. Для того, чтобы на стекле не было никаких ворсинок, никаких отпечатков пальцев. И вот здесь вот на работе вы должны внимательно просмотреть, чтобы на работе тоже не было никаких крошек, не было ворсинок. Вот, убираем все, смотрим, все ли идеально, все ли чисто, нет ли у нас какого-нибудь мусора. И только тогда мы можем
в раму вставить стекло, а потом свою работу. Сейчас я сниму пленку со своего стекла защитную. У меня стекло антиблик, но есть такой секрет, с какой стороны его можно как вот с этой стороны положить, это будет антиблик. Если его перевернуть, то это будет обычный эффект обычного стекла. Сейчас я сниму пленочку и вернусь к вам. Идеально чистая. Я его вкладываю в свою работу, в свою рамку. Все. Еще раз проверяю, чтобы не было пыли. Беру свою работу. Еще раз смотрю на нее, чтобы было все в порядке. Все идеально. И теперь главное, чтобы вот у вас крепление, чтобы вы не перепутали верх с низом. Внимательно смотрим. Вкладываем работу. Вот я вам еще раз покажу, как скобы выходят наружу. Поэтому аккуратно будьте, когда вы оформляете свои работы без паспорта. Следующее мое видео будет об оформлении еще одной моей работы от Dimensions. В рамку, которую я купила готовую. Эту рамку я заказала в багетной мастерской, еще раз напоминаю. Прежде чем закрыть вот эти скобы, мы сейчас перевернем свою работу. Смотрим, проверяем, чтобы было все в порядке. Вот видите, как бы я идеально не вытирала стекло, но все равно вот какая-то пылинка попала на паспорту. Поэтому мы внимательно смотрим, чтобы больше не было пылинок. Я вытащу сейчас свою работу, вытру стекло и обратно ее вставлю. Раз проверяем. Переворачиваем. Хочу вам показать, вот что может быть. Вот смотрите, у вас может оказаться случайно, что оказывается видна канва. Вы не пугайтесь. Нужно сделать простое одно движение. Вот видите, здесь зазоры какие. Значит, у вас сместилось вот это ДВП. Вы его подвигаете. Смотрим. Все идеально. Вот, смотрите, все идеально. Все поправлено. Смотрим, чтобы нигде не было видно канвы. Все. Теперь мы можем закрывать свою работу. Вот есть такая еще одна картонка, которую мы закрываем. Здесь, в принципе, она не обязательна, но если у вас была работа без паспорту или у вас был большой кусок канвы, и вы закрепляли его с изнаночной стороны, соответственно, это все будет здесь некрасиво, здесь будет канва и скобы, и вам нужно будет все это закрыть. Вы берете картонку и закрываете. Вот так вот аккуратно. Последний штрих – это привязать веревочку. В багетной мастерской мне дали вот такую вот синтетическую такую вот нить плотную. Вы можете использовать вот такой вот шнур синтетический. Хочу обратить ваше внимание, шнур, на который вы будете привязывать, обязательно должен быть синтетический. У меня была одна такая моя ошибка. Я одну картину оформила вот на такой красивый натуральный шнур. И что произошло? Через две недели картина моя упала со стены. Это была огромная картина.
И все могло закончиться очень печально. Под этой картиной на полу спала моя кошка. В общем, она получила очень большую травму, хромала очень-очень долго, наверное, месяц. Мы к ветеринару ходили. Вот так что, в принципе, могла отказаться и не только кошка, может оказаться и ребенок, и вы. Поэтому отнеситесь к моему совету с вниманием. Вот эта вот веревка синтетическая, она никогда не порвется у вас, и картина не упадет. Она натуральная, она не крепкая, и она упадет. Сейчас я привяжу веревочку. Нула такую плотную нить, вот, просто в два раза. И вот таким вот узелками, тут узелков 6-7, все, закрепила. И вот теперь картина готова. Нашим оформлением можно любоваться, повесив на стену. Ничего сложного в оформлении нет. Так что все можно оформлять и дома. Готовые паспорту уже есть, продаются в магазинах. И это вариант для тех, кто хочет сэкономить. Можно купить готовую рамку, паспорту. Или заказать отдельно. Купить готовую раму и заказать паспорту. Или же сделать, как я. Вариантов много. Я заказала себе и рамку, и паспорту. Просто оформление. Мы можем любоваться своей картиной, оформленной, вышитой и оформленной своими руками. Я довольна процессом. Мне очень понравилось вышивать этот набор, еще раз напомню. Я оставлю ссылочку на плейлист, можете посмотреть, кого интересует. Это вышивалось по оригинальному набору Dimensions. Мини-коллекция, голд-коллекция. Такая вот чудесная получилась работа. Мне очень нравится. Я довольна своей работой. Вот что осталось. Вот такая схема, по которой я работала. И от этого наборчика осталось большое количество ниток. Не знаю, кому там не хватает ниток в Dimensions. Не знаю, почему, по какой причине. Но во всех моих наборах я их отшила не один. Я отшивала более 5 наборов Dimensions. Но все нитки у меня вот в таком количестве всегда остаются. Их всегда очень-очень много. На второй отшив, конечно, не хватит, но достаточно. Экономить не приходилось. Оформлять я буду вот эту работу. Так что на следующей неделе выйдет второе мое видео. Буду оформлять вот эту вот работу. И, пожалуй, я буду заканчивать свое видео. Как видите, процесс несложный. Я надеюсь, мое видео поможет вам оформить дома самостоятельно вышивку, если у вас в этом есть потребность. Желаю всем творческих успехов, хорошего летнего отдыха. До скорых встреч на моем канале. Всем пока-пока!